Засыпаем яйца в кипящую воду на 5 минут. 5 минут поварили, остудили яйца и чистим. Почистили яйца, варим луковую шелуху. Луковую шелуху насыпали, сварили в 2 литрах воды. Шелуху убрали, насыпали 2 ложки соли, ложку сахара. Наливаем жидкий дым, 4 ложки. 4 ложки налили. Засыпаем яйца и доводим до кипения. До кипения довели, и 2 часа они под крышкой должны постоять. Постояли и вытаскиваем. Все, вытащили яйца и все. Подветрили их, и яйца готовы.